За мираж расплачиваются жизнью. Наркотическая кабала с каждым годом поглощает все больше людей. В основном, к сожалению, это подростки. Поэтому защитить молодежь от наркозависимости нужно в самом раннем возрасте. В этом твердо убеждены специалисты антинаркотической комиссии Волгодонска, общественная организация «Ростов без наркотиков» и представители родительского комитета города Волгодонска. Сегодня для первокурсников Волгодонского техникума металлообработки и машиностроения они проводят антинаркотическую лекцию. Мы считаем, что это важно, что необходимо разговаривать с детьми, необходимо общаться и давать им информацию, предостерегающую от первого шага, который они могут сделать неосторожно. Просветительская работа с молодежью – важный аспект в борьбе с наркоманией. Необходимо об этой проблеме говорить вслух, не бояться примеров, ведь только так можно быть услышанным. Ну, мы человек смотрим вокруг, а вот начал сейчас убивать. Беда, катастрофа. У кого, может, родители сейчас пьют? Что, радостно? Ну, знаешь, что творится? Всем тошно буквально, там вообще шучу творится сеть. А, на земле надо бывать. Шокирующий видеофильм о покалеченных судьбах наркоманов и личное выступление перед первокурсниками 15-летнего парня, который проходит курс реабилитации. Все это делается для них, для подрастающего поколения, чтобы они не повторили ошибку миллионов. Благодаря этой встрече, как признаются сами ребята, теперь они в полной мере осознают опасность болезни. Я к наркотикам отношусь очень негативно, и такие мероприятия помогают нашей молодежи более негативно относиться к наркотикам и уменьшить, может быть, употребление их. В моем окружении, слава богу, не было таких людей, которые употребляли бы наркотики, и я желаю, чтобы все люди вели здоровый образ жизни. Виталия Белозуб, Олег Гетта для программы «Новости Волгодонск».